Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «События». В студии Светлана Кудрявцева, я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Медицинская помощь рядом с домом. Губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина открыли новую поликлинику в Волгаре. Пообщаться, поддержать добрым словом, оказать психологическую помощь. В преддверии Международного женского дня в штабе общественной поддержки прошла встреча психолога с матерями и женами участников специальной военной операции. Украшение самарских дорог. Вероника Оболенская несколько лет работает водителем автобуса 24-го маршрута. Он был легендой отечественной фотожурналистики. В Самаре открылась выставка Виктора Ахломова. Удобно, комфортно, профессионально. В Куйбышевском районе Самары открылась новая поликлиника Самарской городской больницы номер 10. В первый день работы медицинское учреждение осмотрели губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Они оценили условия, созданные для врачей и пациентов. Глава региона пообщался с посетителями поликлиники и медицинским персоналом, поздравил женскую половину коллектива с наступающим Международным женским днем. В каких условиях будут оказывать медицинскую помощь Самарам? Марцем расскажем далее. В Самарской области продолжается модернизация и развитие региональной системы здравоохранения. В микрорайоне Волгарь на улице Осетинской заработала новая поликлиника. Она рассчитана на 700 посещений в смену. На официальное открытие медучреждения приехали губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. В поликлинике будут оказывать первичную медико-санитарную помощь. Новая поликлиника будет способствовать улучшению качества и повышению доступности медицинской помощи жителям Куйбышевского района. По национальному проекту здравоохранения, инициированным президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, за последние годы открылось уже более 150 новых объектов системы здравоохранения. Это и офисы врачей общей практики, и фельдшерско-акушерские пункты, но это и крупные поликлиники, больницы, госпитали. И, конечно, очень рад, что вот такая новая поликлиника появилась и здесь, в Волгаре. Радует и с современным оборудованием, и, конечно, просторными помещениями, и комфортом, ну и, конечно же, самое главное, что профессиональными, чуткими врачами, медсестрами, санитарами. Поликлиника располагается в шестиэтажном здании. В будущем здесь планируют обслуживать до 80 тысяч человек. Здесь создано 16 терапевтических участков, в детском отделении 12 педиатрических участков, в женской консультации 7 участков. Представлены все основные профили узкой специализации: неврология, офтальмология, лор-отделение, хирургия, травматология, урология, эндокринология, диагностический блок, который позволяет проводить ультразвуковые, эндоскопические, рентгеноскопические исследования. В поликлинику поставлено более 4000 единиц современного оборудования, в том числе ультразвуковые аппараты, рентгеновский комплекс, эндоскопическое реанимационное оборудование и другая медтехника. Условия просто фантастические, потому что здравоохранение Куйбышевского района никогда не работало в таких условиях, с таким оборудованием, с таким совершенным процессом компьютеризации, который позволяет проводить цифровизацию здравоохранения в полном объеме. В медучреждении также есть отделение дневного стационара, отделение медицинской реабилитации. На базе новой поликлиники будет работать областной гепатологический центр, который был открыт год назад. Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что для удобства жителей городские власти скорректировали в районе транспортные маршруты. 7 марта на линию вышли два новых автобусных маршрута номер 86 и 85. Автобусы будут также останавливаться в районе новой поликлиники. Важно, что муниципальные власти об этом подумали загодя. Ну, понятно, что сейчас в тестовом режиме поработают маршруты. Если что-то нужно будет скорректировать, уверен, коллеги это сделают. Глава региона поздравил женщин-медиков с наступающим Международным женским днем, а также на встрече с коллективом поликлиники вручил награды отличившимся сотрудникам. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, «События». Уже этой весной самарцы смогут оценить реконструированное здание фабрики кухни. На вкус и цвет под таким названием здесь откроется художественная выставка. Когда состоится открытие филиала Самарской Третьяковской галереи и чем удивит самарцев новое арт-пространство, расскажем в сюжете. Отделочные работы завершаются. Новая мебель и оборудование ожидают распаковки. В этом месяце строительные леса покинут здание фабрики кухни. Специалисты самарского филиала Третьяковской галереи приступят к организации художественной экспозиции под названием «На вкус и цвет». Открытие выставки запланировано в мае этого года. Это большой выставочный проект из коллекции Третьяковской галереи и большого количества частных коллекционеров. Это около 100 работ.
охватывающих 3 века русского искусства. Помимо этого, мы откроем еще и наш образовательный центр, где для разных возрастов будут специальные программы, посвященные, собственно, поддерживающие эту выставочную тему. Первый камень в строительстве фабрики кухни заложен 8 марта 1930 года. Здание в форме серпа и молота за годы существования имело разное назначение – от столовой до офисного центра. 10 лет назад, когда здание находилось под угрозой сноса, при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, фабрику кухни удалось отстоять и вернуть ей статус объекта культурного наследия. В 2019 году был дан старт ее реконструкции. Сегодня работы вошли в завершающую фазу. Готовность объекта представители компетентных органов обсудили в режиме ВКС с Министерством культуры России. В совещании и осмотре помещений принял участие депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он оценил работу системы климат-контроля в помещениях. На третий день у нас держится влажность 55-60%, и температура стоит уже на уровне 19-20%. Сейчас важно дождаться конца тестирования этого режима, но уже нету скачков. Система вышла на штатную работу, и это для нас важнейшая вещь. Преобразились и прилегающие к зданию фабрики кухни территории. На месте промышленной зоны развернулся сквер баланса. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Галина Топилина, Николай Сидоров. События. Сочетание онлайн и офлайн формата, более 10 тысяч участников со всего региона. В Самаре прошел форум актива Совета многоквартирных домов «Мой дом». В пленарном заседании форума приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Подробности в нашем сюжете. Обсудить результаты общественной работы по управлению многоквартирными домами, озвучить свои предложения по дальнейшему развитию отрасли, поделиться опытом и наладить диалог с управляющими компаниями и органами власти. Эти и другие вопросы были озвучены участниками на форуме активистов проекта «Мой дом». Александр Денисов, председатель правления ТСЖ в железнодорожном районе Самары, 3-й год участвует в проекте «Мой дом». Его ТСЖ за эти годы достигла высоких результатов в управлении жизнью дома, стала лидером конкурса «Лучший дом, лучший двор». Александр рассказывает, обмен опытом с коллегами и распространение удачных практик имеют большое значение для развития отрасли. В рамках проекта «Мой дом» частое выступление, оно рождает как бы положительный отклик, и коллеги звонят, постоянно спрашивают, консультируются. Это говорит о том, что проект живет, и действительно такое направление интересно, вызывает дальнейшее развитие. По словам руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Виктории Катковой, обратная связь и конструктивный диалог между жильцами, управляющими компаниями и органами власти – то, к чему сегодня стремится регион. Мы получили хорошую обратную связь. Именно вот ту обратную связь, в результате которой рождаются новые и новые предложения по совершенствованию работы проекта. Нас отмечают уже на федеральном уровне. Мы по итогам прошлого года мы вошли в 10-ку лучших субъектов именно по этой практике. Нам есть чем поделиться, и опыт действительно бесценен, потому что он от людей. В пленарном заседании форума приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Губернатор поблагодарил всех, кто ведет общественную работу по управлению домами, за высокую активность. Спасибо вам огромное. Спасибо, что вы делаете это для дома, для улицы, для города, для поселка. Для нашего региона, а значит, для нашей страны. Вы делаете это для людей. И поверьте, я очень вам за это благодарен. И люди благодарны. Во время пленарного заседания участники озвучили предложения по развитию сферы ЖКХ и управлению имуществом в многоквартирных домах. Галина Топилина, Константин Головин. События. В преддверии Международного женского дня в штабе общественной поддержки прошла встреча психолога с матерями и женами участников специальной военной операции. Пообщаться, поддержать добрым словом, а также оказать психологическую помощь – это не первая и не последняя подобная акция. Подробнее о ней расскажет Елена Чернявская. Татьяна Грачева – вдова. В прошлом году ее муж погиб в зоне СВО при штурме Авдеевки. Столкнувшись с таким горем, Татьяна не замкнулась, не ушла в себя, а старается жить дальше. Сегодня пришла на встречу с психологом и такими же женами и матерями, которым очень непросто каждый день ждать своих мужей и сыновей. Но очень хочется надеяться, что поможет и получится, потому что пока в данный момент времени нахожусь полностью в разбитом состоянии. Вот первый мой шаг, я решила
раз это попалось мне, значит, нужно этим воспользоваться. Вдруг у меня все получится, и что-то я сделаю какие-то выводы, и буду дальше двигаться в этом направлении. Что бы хотели себе пожелать? Сил, терпения, держаться, несмотря ни на что, не опускать руки. И помнить, что мы тоже героини. Мы с ними тоже проходим большой путь. Поэтому нужно держаться. Анастасия Еланская – неопсихолог, женский наставник. Для участниц провела творческую встречу «Карта желаний». Анастасия их чувство понимает. Сейчас ее муж в запасе, но успел побывать в зоне СВО. Свою методику уже опробовала на себе и с уверенностью говорит, что она работает. Вера, надежда, любовь внутри, когда это идет из тебя, как истина. Да? То есть мы говорим про внутреннее состояние, и оно влияет. То есть я, как верующий человек, и как человек, который верит в чудеса, так скажем, потому что это не просто картинка. Ты здесь даешь импульс, ты даешь мысль. И сейчас нам всем, я думаю, не хватает вот этого волшебства, почувствовать что-то такое, что нам поможет, всем нас объединит. Мечтать не только не вредно, но и полезно, уверена психолог. И одним из эффективных методов является карта желаний, которую составили женщины. Коллажи и аппликации. Знакомая с детства техника помогает снять напряжение, расслабиться и настроиться на позитив. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. В Самаре только 7 женщин работают водителями автобусов. Да и те вызывают удивление у пассажиров, ведь это тяжелый труд. В канун женского праздника наша съемочная группа узнала, каково это хрупкой женщине управлять большой техникой. Вероника Оболенская с детства мечтала управлять большой техникой. Любовь к автомобилям ей привили старшие братья. Женщина 11 лет проработала водителем троллейбуса. Потом решила пересесть на автобус, которым управляет уже 6 лет. Сейчас Вероника не только выходит на городские маршруты, но и занимает должность бригадира. В ее подчинении мужчины 54 сотрудника. У нас зарплата наравне с мужчинами. И даже одна из больших в Самаре, между прочим, подбирают графики подходящие. Поэтому, девочки, не пугайтесь, и детей будете успевать в сад водить, и в школу, и на кружки. Ну и у нас очень хороший мужской дружный коллектив. Всегда помогают и подставят нужное время прям плечу свое. Это вот честно. Женщина признается, что любит свой родной 24-й маршрут, ведущий в историческую часть города. Чтобы вовремя прибыть на работу, просыпается в 4 утра. И хотя Вероника работает водителем давно, некоторые пассажиры до сих пор удивляются, увидев ее за рулем. Я первый раз вижу, что женщина-водитель. Обычно мужчины всегда водители. Стереотип о гендерном различии в части профессиональных навыков Вероника считает пережитком прошлого. За время работы в транспортной отрасли она получила несколько наград, в том числе от губернатора Самарской области. Одну за служение людям, за работу во время пандемии, другую за безаварийное вождение и еще одну за пассажирские перевозки во время чемпионата мира по футболу в Самаре в 2018 году. Вероника с теплом вспоминает этот период. Мексиканцы подарили ей сомбреро, а аргентинцы пели песни всю дорогу. На творчество тоже находится время. Вероника – блогер, снимает видео для соцсетей. Среди самарских пассажиров немало тех, кто уважает Веронику и благодарит ее в письмах, которые отправляет транспортной компании, где работает женщина. Каждый раз, когда выходим, говорит спасибо вам большое, очень приятно, когда женщина за рулем. В 2023 году Вероника стала первой женщиной, принявшей участие в областном этапе конкурса водительского мастерства. В этом году она хочет испытать удачу еще раз, чтобы попасть на всероссийские соревнования. Поэтому продолжает повышать уровень своих знаний, профессиональных навыков и при подготовке к рейсам и на маршруте. Виктория Шара и Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События. Транспортная компания поздравила жительниц Самары с 8 марта. Во время поездок в автобусах женщинам-пассажирам вручали цветы, транспортные карты и поздравляли с праздником. Подробности в нашем сюжете. Поздравляю вас с наступающим днем 8 марта. Самый весенний автобусный маршрут номер 1 вышел сегодня в рейс. Жительниц города встречали с цветами, вручали транспортные карты и говорили теплые слова. Подарки получила каждая пассажирка, заходившая в автобус. Хотим порадовать своих пассажиров. Приятный комплимент от компании-перевозчика женщины получают на самых востребованных маршрутах Самары. Акция действует с 7 по 8 марта. Приятно, неожиданно. Сюрприз всегда приятно. Конечно, было очень неожиданно. Молодой человек поздравлял. Спасибо большое, очень приятно. Транспортная компания не забыла и о своих сотрудницах. Женщины трудятся в разных подразделениях предприятия. Среди них есть и 7 водителей. Накануне праздника им вручили цветы и благодарственные письма. Виктория Шара и Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События.
Победители олимпиад, спортивных соревнований, отличники учебы в отделе полиции по вопросам миграции промышленного района в торжественной обстановке вручили паспорта 14-летним жителям района. Подробнее Елена Чернявская. Юным жительницам промышленного района, которым исполнилось 14 лет, накануне Международного женского дня вручили паспорта в торжественной обстановке. Девочек поздравило руководство отдела полиции. Маргарита Соколова рассказывает, учится в школе номер 10. На вручение главного документа пришла с мамой, которая во всем ее всегда поддерживает. Я очень рада. Я встала на час раньше, чтобы подготовиться, погладить там себе одежду. Я очень рада, что я получила паспорт. Перед вручением главного документа, удостоверяющего личность, девочкам рассказали о правах и обязанностях, которые накладывает полученный документ. Это один из этапов 14-летия для юных, таких молодых людей. Этот документ должен быть предметом гордости для них, а они предметом гордости нашей страны. Вручая первые паспорта, сотрудники полиции поздравили ребят с важным событием в их жизни. Пожелали быть достойными и уважаемыми людьми, с гордостью носить звание граждан России. То, что руководитель у нас решил поздравить девочек и вручить им первый документ, а именно паспорт гражданина Российской Федерации, именно в преддверии 8 марта, это, конечно, очень значимое событие. Папа и мама, пришедшие поддержать дочерей, волновались не меньше. Помимо главного документа, каждой девочке полицейские вручили букет цветов и подарок. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. Далее коротко о других событиях этого дня. В границах улиц Осипенко, Невской и Циолковского в Самаре продолжается строительство нового хирургического корпуса военного госпиталя. Клиника является ключевой для Центрального военного округа. Сюда доставляют раненых бойцов из зоны СВО. Решение о строительстве нового отделения клинического госпиталя на 120 мест было принято в начале 2023 года. Средства выделяются из федерального бюджета – 1 миллиард 700 миллионов рублей. Здесь появится современный хирургический корпус и будет закуплено все необходимое оборудование. Работы планируют завершить в ноябре. Также приведут в порядок и находящиеся рядом здания. В одном из ЖК, расположенном рядом с Самарой, ликвидировали пожар. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Возгорание произошло вечером во вторник на улице Николая Симонова напротив дома номер 12 на строительной площадке. Огонь охватил временные вспомогательные строения на площади 80 квадратных метров. На место прибыли пожарно-спасательные службы. Пожар ликвидировали, никто не пострадал. В промышленном районе Самара задержали виновного в краже. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Самарской области. Представитель магазина, расположенного на физкультурной, сообщил в полицию, что один из посетителей похитил с прилавка пачку сливочного масла и средства для стирки. На место выехали представители следственно-оперативной группы. Изучив записи камер наблюдения, они вычислили вора. Им оказался неоднократно судимый 48-летний житель Самары. Его нашли и задержали. Возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мобильная группа самарской таможни задержала на пропускном пункте Оренбургской области фуру, водитель которой пытался незаконно вывезти в Казахстан 20 тонн смазочных масел стоимостью 12 миллионов рублей. Всего было обнаружено 4 бочки и 4404 жестяные канистры с моторным маслом, а также 1200 жестяных канистр с трансмиссионным маслом. На момент пересечения государственной границы России декларация в таможенные органы не подавалась, отметили в ведомстве. В отношении фирмы-отправителя возбудили дело об административном правонарушении. Масленица 7 дней гуляет. В понедельник начнется масленичная неделя. В преддверии праздника на площади Куйбышева проведут традиционный конкурс «Самарская маслена». Свою работу на конкурс представят и воспитанники Центра дополнительного образования творчества. Посоревноваться с ними могут все желающие. Как принять участие в конкурсе, расскажем в нашем сюжете. По традиции в преддверии Масленицы проводится городской открытый конкурс выставка «Самарская маслена». Гость дорогая. Принять в нем участие могут все желающие. В этом году в рамках года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным, предусмотрены отдельные призы за лучшие работы, изготовленные вместе со своими родными и близкими. Эту куклу маслену сделали воспитанники Центра внешкольного образования творчества. Теперь ее представят на конкурсе, который пройдет на площади Куйбышева. Им это на самом деле очень интересно. Вот, то есть, допустим, когда они сначала приходят к нам на занятия, они говорят, что ой, мы не хотим шить, мы не хотим ничего делать.
Но когда они начинают втягиваться в это занятие, то есть в процесс работы, они видят вот эти ткани, они видят особенный результат, который у них получается, и, конечно же, им становится более интересно. В Центре внешкольного образования творчества занимаются более 6 тысяч детей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Традиция создания кукол появилась там в 1988 году. Воспитанники центра создают кукол разных народностей, которые ежегодно пополняют копилку студии моды. И мы участвуем во многих конкурсах, всероссийских, международных, очных конкурсах. Отправляли в Москву эти куклы, они тоже побеждали. И не просто они создаются, а шьются костюмы, и они украшаются в различных народных традициях. Для подведения итогов конкурса создается жюри из числа профессиональных художников, мастеров прикладного творчества, педагогов дополнительного образования. Специалисты будут оценивать работы на оригинальность, соответствие образа заявленной теме, мастерство исполнения. Напомним, заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 марта на электронный адрес, указанный на экране. Конкурсные работы должны быть не менее 50 сантиметров. Куклы должны иметь устойчивую подставку и этикетку с указанием фамилии, имени автора. Лучшие работы можно будет увидеть 17 марта на выставке на площади имени Куйбышева. Андрей Бессонов, Полина Чулюкова, Константин Головин. События. Солнечный, позитивный человек и профессионал своего дела. В Самаре открылась выставка, посвященная творчеству известного фотожурналиста Виктора Ахломова. В экспозиции представлено порядка 30 черно-белых снимков. Ксения Баканова увидела работы автора и готова рассказать подробности. Фотограф хорошего настроения. Именно так друзья и коллеги называли Виктора Ахломова. Это определение невероятно точно описывает его жизнь и отношение к профессии. С фотоаппаратом в руках он прошел через хрущевскую оттепель, брежневскую эпоху застоя, горбачевскую перестройку и новую эру в истории России. Он, в общем, конечно, относился к классической, так сказать, фотографии, к репортажу, как к теме, что, в общем, человек там, наверное, должен присутствовать, и это главное. Даже если это пейзаж, там человек в каком-то виде должен все-таки быть. И действительно, тут вот на всей выставке, ну вот может быть, кроме вот плотов и вертолета, там везде присутствует человек. Выставка, посвященная творчеству автора, открылась в Самарском доме журналиста. В зале собрано порядка 30 работ. Все его фотографии, хоть и черно-белые, но такие добрые, светлые и с чувством юмора. Можно увидеть улицы города, автомобили, футбольных болельщиков и портреты известных личностей. Среди них космонавт Юрий Гагарин, поэт Роберт Рождественский, артист Юрий Никулин и многие другие. Если у человека золотые руки, зоркий глаз, все, я полностью в его власти, поэтому я вот посмотрел эту выставку вот именно с таким чувством. Подпал под обаяние фотографа, я его полностью принимаю, он мой. Экспозиция продолжит свою работу до 2 апреля. Ксения Баканова, Петр Паламеев. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Кировского района Самары призывает горожан голосовать на выборах там, где удобно. С помощью мобильного избирателя проголосовать сможет каждый. Благодаря удобному механизму отдать свой голос можно на любом избирательном участке страны, вне зависимости от адреса регистрации. Подайте заявление прямо сейчас на сайте. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что родителям при рождении близнецов, двух и более детей, предоставляется единовременная выплата. Необходимым условием ее оформления является постоянная регистрация одного из родителей и детей в городе Самара. За оформлением выплаты одному из родителей нужно обратиться в любой офис МФЦ. Также оформление выплаты доступно на региональном портале госуслуг. Подробную информацию можно получить по телефону, указанному на экране. Телеграм-канал администрации Советского района Самары сообщает, что в пятницу 8 марта на стадионе «Самара-Арена» состоится матч 20-го тура «Мир РПЛ». Сыграют команды «Крылья Советов» и ЦСКА. Начало матча в 15:00. Для удобства зрителей повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов номер 5, 11 и 12. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара-Арена». Усилит работу автобусных маршрутов. По окончании матча к остановке общественного транспорта улица Алма-Атинская будут поданы дополнительные автобусы номер 1, 67, 34, 41, следующие в сторону проспекта Кирова. А на остановку улица Дальняя дополнительные автобусы маршрутов номер 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи. Перекрытие автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.
На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самары ГИС», в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго, хороших вам выходных!